Сегодня у нас утро, 2 ноября 2023 год. Вот, сейчас у нас уже... Вот тут мы сели завтракать с Игнатием Тихоновичем. Это что вы там накладываете-то? А это чешуя карасей. Угу. Отварили ее, брат Владимир. Да. Это называется студень. С Божьей помощью все делаем потихоньку. Это не только студень, а... Вот оно как вот выглядит, это... не очень аппетитно. Еще как-то называют его. И обыкновенный суп. Помидоры. Это мне помидоры самые мягкие. Я везде стал добавлять растительное масло. Организм требует. И даже в среду, в пятницу беру, как бы, ну, неудобно говорить, болящий. Вот. У нас картошка, вот она какая была. Не, помыли. 4 картошки обязательно съесть надо. Даже не чищенным, а кальций. Теперь квашеная капуста от всех болезней, как врач говорит. Я ее размолотил. Размолотил. Угу. Это капуста сырая, свежая. Для меня готовит. Вчера вот она зацепилась еще. Брат Владимир лепешки. Вот люблю они толстые такие, на 3 пальца. Это хлеб. Муку, конечно, добывать надо. Кроме того, сегодня покажи карасиков. На 2 противня. Угу. Запекли в печке, сами в духовке. Рыбачили, свои пруды, нигде никому не мешали. А вот здесь морка, как всегда. Я много времени провожу за компьютером, очень много, по 16 часов иногда. И это помогает сохранить зрение. Посчитали, когда сколько я провел, готовя книги, это 30 тысяч, и после этого на 20 тысяч часов, наверное, намотало. Мне простокваша нужна, вот она сегодня разрешается, четверг. А как все известно, за обед, за завтраком. Говорят, ужин покажите, а ужин не всегда бывает. Еще есть, то и подается. Там уже ждет вас клиент один. Что там? Она уже ждет вас. Ждет рыбку, рыбку ждет. А-а-а. Тихо, аккуратней. Здесь очень... Надо маленько убрать. Горячая, а когда студень или холодец называют, это нужно до суставов. В коленях у меня не ладно, специально делать так. А Паля вот она сидит, ждет. А что ждет? Рыбку? Я вот так отламываю кончик-то. Ну тут и без мяса. Так. Ну я знаю, что и теперь этот подойдет. Черная. Черная, на. Вон. А делаю так вот. Вот здесь вот гребешок в рыбы с костями. Я его так вот убираю. А дальше это половина. Совершенно без костей. Золотистый карась. О. Их любую. Морковь сразу. Вот это хлеб. Владимир, из какого это муки-то? Скажи. Ржаная. Это ржаная мука. Георгий привез. Ну, представь себе. Где бы я в городе все это имел? Город деньги любит. Чтобы такая рыба была своя. Свежая. Мы ее завозили. Восстановили пруды. Восстановили. И у нас рыба. Все законно.
Покажи, как там. Вот еще второй противень. Скорость. Вот она как. Это голова уже срезанная. Отдельная икра. Ну, бери, ешь. Так, почему они так вылили? В духовку. Без масла потом. Поставили, закрыли. Сколько-то минут, и все готово. Это что за лето человек готовит? Зимой это все поддерживается. Ну, все вот так. Я вот кошкам даю вот это. Ну, сначала кости отдельно вынимаю, чтобы не подавились. Ну, иногда и маленькие попадают у них. Карась – это царская рыба, так считал я. Ну, опасный, костлявый, костлявый. Для меня без зубов вот это. О, черная залеза. Вот они, под боком сидят. А почему? Сам виноват, приводил их. Лежит она на, там, на третьем этаже. Я, они лежат, даже не шевелятся. В это время я вот этот гребешок рыбе отрываю. Вот там ни звука, ничего нету. Сразу они поднимаются и уже сюда. Вот как. Все? Ну все, понятно. Спаси Христос. Слава Христу.